Эй, всем привет, с вами Стоматик, и добро пожаловать на вторую часть Детройта Бекам Хилл. Вчера я должен был его выложить. Это вторую часть. Привет. У вас все хорошо? Да, у меня все нормально. Какие планы на сегодня? Да. И, короче, вчера я записывал видео про то, про вторую часть Detroit Become Human. И я там попробовал одну функцию GeForce Experience и жалею. Да. Запись полностью сорвалась, она удалилась, оно вообще все что-то произошло, вообще все на косяк. Но я вернул все былые настройки, как в первой части, и тут уже никак не поделаешь. Я через другие программы не желаю записывать. Итак, ребята, в общем-то, там была в той части то, что мы познакомились с Хэнком Андерсоном. Это лейтенант Андерсон, это наш будет коллега. Мы расследовали там преступление, где убили там какого-то человека, Android Deviant. Нашли его, там его допросили идеально, без проникновения в память. После спасли, чтобы он сам не самоуничтожился, его убили. Также Кэрос тот серии стала Девиантом и убежала от Тодда вместе с Алисой. Также... Вы знали, что в гражданскую войну через Детройт проходила подпольная железная дорога, по которой беглых рабов вывозили в Канаду? Также, слушай, я забыл твое имя, ну, девчоночка, пожалуйста, не перебивай меня, хорошо? Особенно он сейчас сказал, конечно, я вообще охренел. В общем-то, также, мы спрятались в мотеле, чтобы там передержаться целую ночь, не на улице, а хотя бы в отеле. Мотель, точнее, также, что еще? А, также Маркус убил сына Карла. Это Лео. Я его оттолкнул, и его случайно, честно, я не хотел. Итак, ребят, я очень надеюсь на то, что сейчас все нормально. Сейчас все окно без рамок, 4К разрешение, тут 60 FPS, тут пользовательское высокое, все. Я реально надеюсь, что все нормально. И... Ваши параметры сохранены. Как-то так. Хорошо, давайте продолжим. Честно, я не желал. Я хотел, чтобы вы увидели ту часть. Там было очень крутых моментов, но, честно, я не смог ее восстановить. А перезаписывать, ну, эмоции будут не те, я не хотел подделку выдавать. Итак, Маркус попал на свалку, потому что в него выстрелили копы, как увидели то, что он убил его. Маркус, подъем. Я реально очень сейчас надеюсь, что запись идет прекрасно. То, что все это работает, потому что я реально тогда пропускаю целый отрывок. Короче, если вы слышите эту речь, если вы видите это видео, значит все нормально. Если вы не слышите это ничего, все эти фразы, ну значит все, ребята, новое видео. Так, вообще диагностику мы сейчас делаем. Давайте чуть-чуть погромче сделаем, потому что не очень слышно. Так, ну у нас глаза нет. У нас что-то со слухом стало. Ой, как пищит левое ухо. Так, у нас нету регуляторов тириумного насоса этого. Что еще тут? Руки нет, что ли? Ноги? Ноги, правда, нет. Левая и правая нога, хорошо. Капец, ты страшный, Маркус, стал. Заменить ноги, хорошо. Поползли. Так, Q. Е. Ребята, пипец. Просто пипец. Так, чья-то там жопа или грудь, что это такое? Вон там нога. А, вот еще нога. Пожалуйста, совпади. Совпадает, ура. Короче, ребят, я, наверное, буду перезаписывать, если данную даже запись не запишется полностью. Придется там, конечно, с эмоциями подбрать. Но зато вы сможете увидеть нормально. Все. Капец, тут это неудобно, конечно.
Так, все нормально, раздобыли мы ногу с вами. Так, давайте продолжаем, ребят, дальше ползти. Так, оттолкнуть нам это говно не нужно. Поползли дальше, ребята. Так, ползем, ползем, ползем. Давай, 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 Маркус, пожалуйста, ползи быстрее. Капец тут вообще. Совпади, пожалуйста, ура. Наконец-то. Да, ё-моё, что ты перевернуться не можешь, как старик грех. Ноги есть. Прекрасно. Вставай. Маркус, вставай, давай, давай, давай. Выбраться со свалки. Ё-моё, я как... Тут он накурился, как будто ходит. Ты успокойся, Маркус, все под контролем, все спокойно. О, господи! Есть место, где наши свободы! Найди Иерихон! Найди Иерихон! Ч, наркоманы или чё? Господи, в какой он позе застал. Честно, наркоманы какие-то. Давайте я чуть-чуть убавлю микрофон звук, потому что... потому что, мне кажется, он круто звучит. Не очень. Я надеюсь, все нормально слышно. Так, мы ползем, прорываемся сквозь терни эти все, короче... Ух, тут, ребята, плохо дело, ладно. Ползи, Маркус, ползи! Ёкарный махалай! Отвали! Ух ты ж, ё-моё! Я аж пересилился, если честно. О! Куда он так? Чё, нам детали надо найти? Капец. Найдите оптический блок, найдите звуковой процессор, найдите регулятор процессора. Чё там? Капец, чё с ногами-то? Чё они такие тонкие? Ой-ё. Очень тонкие. Так, ребят, секундочку. Поставим. Итак, ребят, все, я вернулся, я проверял просто, идет ли у нас нормально там запись. Да, ребят, все прекрасно идет. Несовместимо. Обидно. Так, хорошо. Так, сзади меня какой-то пацан. На меня очень странно смотрит. Ё-моё, пипец. Все качественно, все прекрасно видно вообще. Идеально. Так, ладно, идем. Там мир моргает что-то. Ё-моё. Чё тут? Успокойся, успокойся, братан. Так, ну, это пипец. Это капец просто, честно. Прикончи меня. Прикончи. Прошу. Я больше не хочу жить. Ну как скажешь. Поскорее. Типа, ну если чел реально не хочет жить, зачем? Ну а ладно, что. Ну, он сам попросил. У него ты детали, может, возьмешь хотя бы. Ё-моё. Где мне тут взять хоть что-то? Тут то несовместимо, то ты взять не можешь. Это что? Здрасте. Есть чувство. О, регулятор, ура. Да чё с тобой? Стой, не надо, пожалуйста. Я хочу жить. Ты хочешь жить? Брат, девчонка, прости, пожалуйста. Но ты уже подохнешь в этом случае. А мне еще жить.
Я знать не знаю, кто это такая, поэтому... Вставляй быстрее, ё-моё, ты сейчас вырубишься. Опа. Сзади меня либо крыса какая-то бегает, либо черная хрень. Так. Погнали, ребята. Мощно так выглядит вообще. Красота. Так, надо найти нам теперь оптический звуковой блок. Ох, тут ходячие мертвецы. Чё-то у нас тут. Пацан, есть что? Или это девчонка? Нет, это девчонка, мне кажется. Хорошо, сестренка. Ничего нету тебе. Так, что дальше у нас? Давайте, ребята, стать тут вообще надо. Все, пока это что? Так, нет, пробовать нам пока залезать не надо, нам надо тут найти что-нибудь. Так, это что? Есть что нового? О, звуковой блок, прекрасно. Давай, братан, отдавай. А что, свой же звуковой блок? Ничего. Давай. Ох, как в ухо ударило сейчас левое прям. Ой, правое ухо. Ох, ё-моё, как ударило-то. Ё-моё, я аж испугался. Так, ладно. Оптический блок, ребят, остался. Капец, тут всё шумит, всё кряхтит. Чё-то... Тут вообще непонятно, что происходит. Это что такое? Ура, оптический блок нашелся. Братан, сорян, по... А, это голова его. Ух, ё-моё, вы чё, серьезно, что ли? Моя голова! Не отдам мою голову, да что такое? Вынь ты эту хрень скорее. Что ж такое? Я откуда знал то, что она свалится там все? Давай, ё-моё, вставляй. Опа! Красота. Опа! Идеально. Так, нам надо найти ту эту. Где взобраться? А, вон она, свалка сзади. Да спокойно, Маркус, сейчас выберемся. Сейчас спокойно. Так, ну что, ребят, погнали. Убьем, подавай. Сейчас, ребят, заберемся. Сейчас попытаемся. Сейчас все будет. Мы смогем. Так, это давай. Давай, поднажми капельку, Маркус. Маркус, ёбкарный махалай, тащи свою пятую точку. Пробел, ё-моё. Тут на органе мне тут играют целый оркестр. Да ща мы выберемся, выберемся ща. Погодите, не играйте. Орган тут рубили, еще что рубите. Давай, ё-моё, Маркус, держись. Держись, давай, забирайся, ё-моё. Маркус, давай, нам тут уже эту целую ферию на органе играют. Выбрались, ну наконец-то, все, мы смогли. Обожаю просто... музыку для Маркуса сочинившую Quantic Dream, серьезно. И послушай эту. И там на органе играют. И какие-то поют ангелы. Я не знаю, что это, честно. Ну, поют девчата. Ну, честно. Разве не прекрасная музыка? Серьезно. Все, Маркус, ты свободен.
Проверить, что проверить? Ты что там, с кем-то спили... Это, телепатически... А, ты хочешь эту хрень от... оторвать от себя? Ну окей, давай. Оторвать, давай. Так, да ё-моё, погоди, у меня тут... Я отвык от этого управления, серьезно. Блин, ну конечно обидно, то что не записался вчерашний материал насчет того, то что где допрос, где это все, ну, блин, серьезно. Я ничего не поделаю. А перезаписывать с выдуманными эмоциями я не хочу, серьезно. Поэтому как-то так. Давай, братан, вставай, все, спокойно, успокойся, все нормально. Все, братан, ты поднялся. Ты крутой пацанчик вообще. Мое имя Маркус. Вообще, жесткий, ты смотри, сейчас плащ еще возьмет, вообще. Жесткий, мое имя Маркус. Не это, напоминает чуть-чуть фильм «Терминатор», ё-моё. Так, ну хорошо, это вообще мощно, это вообще было. Итак, ну-ка, мировая статистика. Итак. Ну, мощно, конечно. Мощно, очень, ребята, мощно, серьезно, очень круто. Так, мы Конор, мы это... Сейчас в саду Аманда, верно? Все верно. Аманда, я без понятия, кто это до сих пор. Ну, короче, хрен знает, кто это такая. Это девчонка, это бабушка, которая проверяет, как мы функционируем. Я без понятия, что... Да что ты стал? Ты серьезно через травку не хочешь идти? Ой, блин, ты серьезно, что ли? Кстати, тут красиво. Удобно. Мне там кажется, я ищутся. Там могила? Чё-то непонятно. Стойте, Аманда, поговорим чуть позже. Я хочу исследовать данный мир. А мы воду вообще можем? Нет, воду мы не можем. Заведите вы голуби, ё-моё. Я хочу посмотреть, что это за... Что это такое? Парк Авеню Детройт, точно, это когда мы это-то спасали девчонку-то, он умер. Все, я понял, все, это, короче, могилки наши, если мы здесь подохнем. Хорошо, ясно, понятно. Так, Аманда, ты где? Тут ты, значит, по траве хочешь идти, а там-то срезать не хотел, ты что шутишь? Ясно, Маркус, понятно. Ой, Маркус, Коннор, все ясно, понятно. Здравствуй, Аманда. Здравствуйте, Аманда. Коннор, рада тебя видеть. Как змея такая. Коннор. Поздравляю тебя, Коннор. Найти Девианта было очень непросто. Его допрос ты провел очень грамотно. Вот, ребят, я про это и говорю. Я очень тобой довольна, Коннор. Спасибо, Аманда. Спасибо. Мы попросили полицию отправить его к нам для исследования. Это даст нам ценную информацию. Угу. Допрос был очень непростым. Угу. Что ты думаешь о Девианте? Девиация, вмешательство, симуляция. Ну, девиация. Да. Признаки девиации были налицо. Когнитивная нестабильность, непредсказуемое поведение и, конечно, эмуляция эмоций. И даже страх смерти. Модель явно имела дефекты. Этот лейтенант Андерсон был назначен вести дела о девиантах. Что ты о нем думаешь? Неадекватная, неприятность, интригующая личность. Интригующая. Он раздражителен, имеет проблемы в общении. Но, полагаю, он был хорошим детективом. Интригующая личность. К сожалению, нам придется с ним работать. Ну ладно, прям. Каким будет оптимальный подход? Хороший чел. Адаптируюсь, наверное.
Я к нему адаптируюсь. В интересах расследования необходимо избегать с ним конфликтов и подстроиться под его особенности. Аманда, а что такого-то? Все больше андроидов демонстрируют признаки девиации. Их выпущено несколько миллионов. Если они выйдут из повиновения, последствия будут ужасны. Ты самый передовой прототип в линейке Киберлайф. Если кто и разберется в причинах, то это ты. Вы можете на меня положиться. Да, Аманда, все, справимся нормально, не бойся. Правда, мы уже ставим девиантами за Торопись, двух главных Конор. Персонажей уже тех. Времени мало. Поэтому, ну, посмотрим, короче. Разберемся по месту ситуации, потому что, а что поделать. Так, полис департамент. Детройт полис. Хэнк симпатия. Подойти к стойке регистратуры. Вам помочь? Я пришел к лейтенанту Андерсону. Вы авторизованы? Да. Лейтенант еще не пришел. Подождите его на рабочем месте. Хорошо, девочка. Так, там бунты какие-то. Что там? Новый виток конфликта вокруг Арктики. Накануне патрульный катер ВМС США столкнулся с российским транспортником. Пока обошлось без жертв и повреждений, с обеих сторон сделаны лишь предупредительные выстрелы. Ни хрена. Министр обороны Деннис Рикс назвал это возмутительной провокацией, которую нельзя игнорировать. Другие страны региона, в частности Швеция и Канада, призвали стороны немедленно отозвать войска и начать международные переговоры. Пока ни от Москвы, ни от Вашингтона ответа не последовало. Мы будем держать вас в курсе, как развивается ситуация. Опа, ребята, вы смотрите. Там тот. Это тот, который, вот у которого Кэра-то это была. Стой, тот, братан. Тот вообще. ЛТ Андерсон. Да нет, нашли. Так, с первой попытки. Простите, в какое время обычно приходит лейтенант Андерсон? Честно. Зависит от того, как прошел вечер. Если повезет, явится до полудня. Спасибо. Честно, я вообще не помню, как тут игрался. Ну, именно до этого всего, по сюжету не помню. Вчера управление я еще вчера привык на геймплее. Ну, конечно, да, еще раз повторяюсь, это было обидно. Так, осмотреть новый офис. Ну, давай осмотрим, что. Дом-то проблем. Слушай, я же без... Так. Послушай, хорошо. Итак. Что он слушает у нас? Рыцари Черной Смерти, Heavy Dark. Heavy Metal он слушает? Серьезно? Так, позвонить. Ну, да. Звонок Хэнку Андерсону. Привет, это Хэнк. Пока не могу ответить. Оставьте сообщение, если приспичило, но перезвонить не обещаю. Пип. Короче. Оставить сообщение, повесит трубку. Лейтенант Андерсон, это Коннор. Андроид из компании Киберлайф. Я жду вас в офисе уже почти 12. Понятно, понятно. Так, ну давай пока изучим. Так, что это у нас? Так, лозунг против андроидов. Ну, то есть он андроидов ненавидит. Так, что-то там проанализировать у нас есть. Полиция Детройтов поймала дилера красного льда. Детектив Андерсон повышен до лейтенанта. Сам дорогой. Почти тонна красного льда обнаружена в ФК. Корабльном трюме по итогам долгого расследования проведен лейтенант Андерсон с полиции Детройта. Кстати. Окей, ой, не та кнопка. Ага, интересно, интересно. Так. Что это у нас? Волосы, собачья шерсть, серпер. Хорошо, то есть у него собака еще имеется. Так. Real Police, реальный полицейский. Чё-то это.
реальный коп. Ну, короче, тут его как бы это состав есть. А, оперативная группа. Так, что еще у нас? Так, это спички. Бар Джимми. Хорошо. А, салфетки, беспорядок. Пончик. Ну как же без пончика просто полицейским работать? Так, деревце у него тут. Кружка. Что у нас тут? Кофе. Кофейная чашка, холодный кофе, следы кофеина. Ну понятно, это же кофе. Так, что у нас еще есть тут? Восьмая тут какая-то еще есть штука. Так. Чё-то непонятно. А! Ну я слепой. Бейсболка, хорошо. То есть бейсболом увлекается. Понятно. Рад вас видеть, лейтенант. О, господи. Хэнк! Иди-ка сюда! Ну что тебе не нравится? Мы вчера так хорошо провели допрос. Ты меня спас, я того спас. Честно, что тебе не нравится? Не, честно, не надо, что они там будут слушать. Не, это реально просто тупо неинтересно. Что у них тут есть? Ребят, что у них тут есть еще? Тут? Чё? Я просто смотрю. Опа, брат. Сраный робот. Братан. Они уничтожат меня. Честно, с сочувствием. Мне жаль. Я этого не хотел. Но помочь я не в силах. Братан, жалко тебя. Я знаю, ты что-то скрываешь. Я должен узнать, что, пока тебя не забрали. Скульптура. Ты сделал скульптуру. Расскажи мне о ней. Меня ждет смерть. Ладно, ребят, пошлите. Чего? Открывайте камеру! Скорей! Дебилы, быстрей! Ой, дебилы. Позвоню в Киберлайф. Пускай уберут. Что будет, если на этого пялиться будет 3 часа? Чё-то после того он не хочет поговорить с Хэнком, короче, те чё-то поссорились. Вот тут телек. Ну ты погляди. Чё тебе? Наш дорогой пластиковый детектив снова вернулся. Чё поздравляю со вчерашним, весьма впечатляет. Весьма впечатляет. Проигнорировать. А чё я с ним здороваться должен? Он мне кто? Угу. Я такого еще не видел. Что за модель? Ответить. РК-800. Я прототип. Ах, прототип. Робот-детектив. Машина скоро нас всех заменит. Так что ли? Эй! Сделай мне кофе, ушлепок. Ну что стоишь? Извините, я подчиняюсь только лейтенанту Андерсону. Ты что, охренел? Коннор! Если бы Хэнк вчера не влез, я бы тебе объяснил, что людей надо слушаться. Ну-ка, Коннор, врежь ему. Держись подальше. В другой раз. И я тебя жалеть не буду. Коннор, врежь ему посильнее.
охренел шлюпок совсем. Так, ну ладно. По данным ряда источников, полиция Детройта получила... Хэнк, чё ты... Ой, Хэнк, куда ушел? А ну стой, я тебя догнать не могу. Да я его даже не слушал, что они там. Они поссорились там, наверное, сказали. Типа, я не хочу... Понимание. Я чувствую, что мое присутствие причиняет вам неудобства, лейтенант. И я приношу вам за это свои извинения. Напарники, позитивно, давай позитивно. Так или иначе, я хочу сказать, что очень рад работать с вами. Мы будем отличной командой. Да что ты, старик, такой зануда. Могу ли я занять какой-нибудь стол? Вот этот ничей. Ну, с Хэнком, конечно, не хочет. Короче, охренен же. Охренен. Просто. Музык, давай, собачка. У вас есть собака, да? Чего ты взял? На кресле собачья шерсть. Люблю собак. Как зовут вашу? Тебе-то что? Ой, ну что ты такой строгий? Сумо. Сумо зовут. Музыка. Вы слушаете «Рыцари черной смерти»? Это хорошая музыка. В ней много энергии. Ты слушаешь хэви-метал? Ну, не то чтобы я вообще слушаю музыку, но хотел бы. Презрение... Ты образцы уже смотрел? Презрение к андроидам. Многие не любят находиться в обществе андроидов. Хотел уточнить. У вас какая-то особая причина презирать меня? Да... Есть одна. Ну, Хэнк, ну чё ты, я тебя просто спросил. Фаулер. Вы давно знаете капитана Фаулера? Да, слишком. График. Хотел спросить. Вы всегда приходите на работу в это время? Прихожу, как прихожу. Ну я тебе, хватит, братан, уже ко мне цепляться, а? Хэнк вообще что-то злой. Если у вас есть материалы по девиантам, я бы на них взглянул. Терминал у тебя на столе. Наслаждайся. Ну все, ладно, мне нахрен твой баскетбол не нужен. Так, пропал. Уничтожен. А, это который этот, что ли? А, нет, это не он. Так, АХ тот... Опа, во-во-во, стой, это наша же. Кэра, вот она, вчера сбежала. Так, что, все, что ли? А, сканировать, ну, давай. А чё, почему тут целых столько? 243 досье. Первые 9 месяцев назад. Все началось в Детройте и быстро разошлось по всей стране. Не понял прикола, почему вы там так мало. Вчера модель АХ-400 напала на человека. Чего? Это он на нас напал? С этого будет целесообразно начать. Это он на нас напал, и вы еще нас обвиняете? Вы что, совсем, что ли, придурки? Хэнк, ёкарный махалай, давай работать нормально. Понимание. Понимаю, у вас проблемы личного характера, лейтенант. Но вам следует от них отвлечься. И... Эй, ты ни хрена обо мне не знаешь. Я тебе не друг, и советы свои держи при себе. Хорошо. Хэнк, ёкарный. Ты серьезно? Живо работать, угрожать, откажайтесь от заданий, решительно. Меня назначили выполнять расследование.
а не сидеть и ждать, пока у вас возникнет желание поработать. Хэнк, ёкарный махалай! Слышь, говнюк, была бы моя воля, я бы всех вас сунул башкой в помойку и поджёг. Так что лучше не зли меня! Не то очень пожалеешь. То там пинают, то тут пинают. Простите, что отвлекаю. Вообще, есть за департамент. Есть информация о модели AX-400, вчера напавшей на человека. Её недавно видели в Ривенделле. Хорошо. Опа, нас нашли ребята в отеле. Вы серьёзно, ё-моё? Вы как... Понимаете, то там. Серьезно, а что за хрень? Охрененно, конечно. Поехали. Так, ребята, все, мы играем опять за Кэру. Вообще на английском это Кара получается, а не Кэра. А, я не знаю, почему назвали Кэра ее, а не Кара. Так, ну ладно, за Кэру мы привыкли. Итак, вот мы тут заснули в той серии, которая должна была быть второй, ну, придется это назвать второй. Да, некрасиво получится, конечно, потому что половина истории прервана. Ну ладно, что поделать, серьезно, ребята. Итак, ладно, давайте пошлите. Ой, мы ее разбудили, ребята. Так нас сейчас найдут, ребята. Полиция-то выехала. Кэра, бегите. Бежим, короче. Все проснулось. Ну, ё-моё, Алиса. Прости, я тебя разбудила. Алиса, ну ты чё? Так это был не кошмар. Нет. Это был не кошмар. Еще рано. Поспи еще немножко. Мне уже не хочется. А хочешь принять теплую ванну? А потом выйдем и поищем, что поесть. Как тебе? Ладно. Давай. Наберу ванну. Так, ну Кэра так-то молодец. Мамочку себе такую изображает. Так, задействовать, давай вот закроем этот шлюз и это. Мультики там врубила. Так. Чё, ты хочешь себе этот же опять срубить помпон этот? Ну как там? Диод, вот. Ага. Ну давай. Неприятно будет, конечно. Срезать? Что срезать? А, ты себе прическу хочешь? Понял, принял. Осознал. Да ёкарный махалай, погоди. Подстригаться не надо, погоди. 10 секунд. Светлые. Чего? Новый цвет волос светлые. Это какие? Опа. Русые. Белые. Ну, черные. Черные тоже не надо. Давайте русые будут такие нормальные. Ну, нормально. Все, завершите. Нормально, мне кажется. Все, она диод сейчас оторвет. Ой, как. Ой, фу, какая мерзость. Это ты так мало настригла? Ты что, совсем что ли? Понятно, понятно. Так, ну все, у нас это еще потечет еще. Все нормально, водится. Все, Алисочка, иди. Так, что читать тут? Тебе да... очень идет.
Спасибо. Ты прямо совсем как человек. Так, животные, Канада, Канада остается без андроида. Короче, Канада нормально. Так, давайте, что тут мультики. Короче, ладно, мне мультики. Интересно, что по телеку показывают? Так, ну тут про ныряние. Тут про забег какой-то. Так. Спасибо, Майкл. Со мной рядом житель Корктауна Тодд Уильямс, так, на которого напал его собственный андроид-горничная, да модели AX-400. Да ничего мы не нападали, чего Тодд, он обманывает? Тодд, расскажите, как все было? Я сидел, ужинал, вообще никого не трогал. Никого. Она как налетит, бросилась прям как полоумная, чуть не убила меня вообще. Ой. Еле от нее отбился, она сбежала. Спасибо, он, Тодд. А он свою дочку не хочет? Отовсюду поступают тревожные новости об андроидах. Полиция ведет розыск сбежавшей машины. Лишь бы нашли побыстрее. Ну, бред, это он нас чуть реально не убил. А он в полицию там заявил. То, это что... неправда! Он врет! Это он нас чуть не убил! Да вот именно, Алиса. Да безобразие какое-то вообще. Пусть говорят что ему. Что мы будем делать? Пусть говорят идти ему, нам серьезно. Некуда. Сейчас... Теперь еще и полиция нас ищет. Так, погоди, они не приехали там еще? Кэра? Семья? У тебя есть родные? Кто может помочь? Нет. Был папа и все. Угу. Нельзя тут оставаться. Тут остаться нельзя, денег нет. Можем еще грабануть, конечно, магазин. Тот андроид вчера дал мне адрес. Сказал, там помогут. Надо проверить. Надеемся. Ну что делать? Надеемся. Слушайте, там полиция к вам не приехала еще, а? Вы тут болтаете по три часа. Нежность, решительность сейчас. Нежность. Знаю, да. Я просто машина. Но... я чувствую, мы с тобой как-то связаны. И знаешь, что бы ни произошло, я тебя никогда не оставлю. И чё? Алло, алло. Я думал, тут вообще такую лекцию сказал. Там полиция не приехала еще, алло. Кэра. Кэра, там за вами полиция. Алло, подъем. Ты пока собирайся. Я найду, чем тебя накормить, и мы пойдем. Ты что, тупая или что? За тобой полиция гоняется. Где ты там жратву хочешь найти? Ты что? Кэра, ты совсем? Ну-ка, посмотри, погоди, там полиция не приехала, серьезно. Ребята, я не понимаю, что это тупизм. Так. Опа, ну я говорил, за полиция прибудет. Беги, Кэра, беги, вали, 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 Кэра, Кэра, вали, 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 домой, 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 домой. Лейтенант Андерсон, полиция Детройта. Женщина-андроид вчера вечером ограбила придорожный магазин. Видели чего? Андроид? Нет, андроидов не пускаем. А вот такую машину вы видели? Машину? Черт, чуял же, что-то с ней не так. Поздно вечером пришла. Одета была нормально. Как понять-то? Она еще здесь? Вроде да, в 28-м. Спасибо. Че-то 28 ударов ножом. Ножом было в допросе. Тут 28 номер. Так, идем, идем, идем. Ты жди в машине. Дипломатично. Будет лучше, если я пойду с вами. Так, слышь, ты уже задолбал борзеть. Да ты машина, надоел. Так что делай, что тебе говорят. Сам я просто выполняю свою задачу. Простите, что огорчил вас. Хочешь дожить до завтра? Тогда хватит меня огорчать. Успокойся, Хэнк. Серьезно, Хэнк, успокойся. Чего тебе такого сделать? Так. Какой интересный машина там должен быть, что ли? Успокойся. Посмотрим сейчас, узнаем. Хэнк, ты, может, побыстрее будешь шагать, как бы там, она может убежать в любую секунду, вы три часа, это,
смотреть, а где же она? А мы ее не видим. Потому что вы, пока идете вы там, она уже убежит. Ну-ка, стой. Да успокойся, Хэн. Спокойно. Главное, успокойся. Опа, всем лежать бояться. Че, убежала? А где она, кстати? Как она убежит? Вот я говорил, шагать быстрее вам надо, ребят. Ну че вы? Серьезно, 3 часа шагаете, тут фигней маетесь. Ушла. Молодец. Вы бы еще медленнее шли, чтобы вообще ее не взять. Не понял. То она где-то пишет, эту штуку. Так, ладно, все, ребят, погнали, газуем отсюда. Не попасться полицейским. Так, что делать, куда прятаться? Такой уровень опасности. Фу-фу-фу-фу-фу, давай. Кью-кью-кью-кью-кью. Все, спокойно. Все под контролем, ребята. Все под контролем. Давай. Тихо, ребят, все спокойно, все нормально. Все нормально. Все, ребят, уходим отсюда. Куда нам тут шагать надо? Опа, нет. Давай. Ёкарный махалай, сюда и прячься. 99. Все, ребят, пошлите. Чё-то тупые какие-то у вас менты. Тихо, спокойно. Тихо, газуем. Ребят, надо газовать отсюда. Да ёкарный махалай, что ж тут... Да откройте свой зонт, ё-моё. Не замечен, всё. Успокойтесь. Всё, спокойно, всё, Паша. Газуем. Что ответа? Ёкарны. Тихо, давай, прячься. Перестрелка на углу. Все, ребят, газуем отсюда. Все. Ой, ну наконец-то приперли, все. Мы это, стелс режим включен, все. Нас нету. Смогли. Все нормально? Охренеть, просто охренеть, посмотри. Так, хорошо. Газуем, ребята, просто газуем. Монорельс, давай гони быстрее, честно. Пока нас тут не повязали. Итак, давайте продолжаем, конечно же, как же иначе. До поезда, хорошо. Так. По данным ряда источников, полиция Детройта получила от Киберлайф некую модель андроида-детектива. Конечно, полиция уже давно применяет андроида. Маркус. Все, приехали, ребят. Так, а чем мы сюда приехали? Ты что, ребят? Что андроиды должны занимать места в специально отведенной зоне. Так. Есть место, где наши свободны. Найди Иерихон. Давайте, shift. Ага, мы сюда, типа, пришли некий Иерихон найти. Понятно. Что мы будем делать? Так, давай, привет, там кто-то. Вот же это. Ага, вот я вижу, ну что. Эй, мистер, мелочи не будет? Мне бы там... Вот, все. Ну вот это... Вот эту мы хрень ищем, или что? Ага. Понятно. Ну понятно. Мы, короче, вот эту хрень должны. Это, короче, какой-то шифр, ребят. Братан, у меня нет денег. Я к тебе дам. Надо думать. Так, все, ребят, пошлите. Так все и было. Да. Скажи, ну
Android Only. Ступеньки, серьезно. Вот эти. Да пошли уж прям. Я привык нажимать Shift для бега. Ой, извините, пардон. Пардон, хрендон. Вот он. Вот, смотря на то, что... Смотря на тот гонорельс, я думаю, то, что ты это наш там Кэр. Что? Она вообще думает, что такое Иерихон, ты кто такой видел. Так, музыку вырубите, у меня еще не хватало, еще чтобы на авторские права мне накинули. Вот правда, Маркус, беги. А, вон они, все, ну давай так, короче. Как раз так будем все. Да переходи ты быстрее, да что ж тут у тебя, что? Так, вон один. И тут где-то второй был. Информация обновлена. Хорошо, ребят, погнали. Да ё-маленько, что такое? Так, куда там? Чё ещё раз? Забор, робот. Ну, вон там заборы. Ну, там, наверное. Где, не знаю, давайте. Заправки пошлите там. Сейчас меня тут машина выпустила. Ну, вон там какие-то заборы. Да погоди, пропусти по... Пропусти Маркуса, пропусти. Ну а тут я вижу забор какой-то, там футбик играет или что-то. Эти граффити, они сюда что-то. Так, ладно. А, вон, ребят, забор. Все, вижу. Там, вот. Да пропусти ты меня, здрасте, вот там так, да дадите. Что-то с тобой. Да газуй давай, вот забор, вот. Пошли, чё тут, и как туда? А, ну так, если давай, чё тут, где тут? Ну чё, а вон, один. И вон второй я вижу, вон он упирает. Чё, где? Ну где ещё? Присесть. Давай, пошли туда, ничего не будет. Ты так смотришь, как будто тут не ты должен приезжать, этим за этого содержать, серьезно. Ага, вот, погоди. Ну вот второй, типа, нам надо ящик покупать. А тут их три должно быть. Так, ну давай сканируем. Второй. И где третий? На самом видном месте, ё-моё. Так, это... Чё-то уже поинтереснее. Наверное, туда идти и посмотреть. Тут как бы наркоманов или бомжей не встретить. Машины какие-то. А, вот! Так, всё понятно. Один. Дальше. А, вот. Два. Третье. Наверху, наверное. Вот. Скрытность максимальная. Залезь, давай, погнали. Итак, все. Ну ты паркурист, ё-моё. Ты вроде бы за старичком должен был следить, а паркуришь, как не знаю кто. Ага, и вот третий. Так, все, информация обновлена, давай дальше. Че нам, куда ползти-то? Туда что ли? О-о-о, обвалилось тут, а что делать? Ты что, настолько паркурист, что прыгать умеешь?
Ну, не в том смысле, что там прыгать там на... Рассчитать что-то тут. Мы не допрыгнем. Не допрыгнем. Все, мы тут не допрыгнем. А куда? Ну тут на балку можно. Где тут выбор-то? На балку, так. Сейчас. Типа, это точно домохозяйка вообще? Типа... Зачем дома... Ну, это не домохозяйка, ну типа... Домохозяин, типа, ё-моё, он за старичком ухаживал, зачем он купил себе такого андроида? Ну, не купил, он сделал сам Камский отдельно для него такого андроида, но зачем столько функций, я не понимаю. Это же просто андроид на все руки. А, чего? А, вот как. Так, хорошо. Чё тут, а вот. И чё, и третье тут? А случайные точки нацелил, а где? Во как? Серьезно? Так, вон туда мы должны запрыгнуть. Ой, просчитать, ну давай. Ну давай сюда, я не знаю. То сюда. Так. Ну ты не допрыгнешь. Хорошо. Тогда пошли куда сюда, может, где-то забраться. Так, вот сюда можно. Так, ты прыгаешь, так, ага. Далее, ну тут соскользнешь. Тут ты. Беги. Так. Так, ты тут подтягиваешься, так. Вот отсюда вот прыгаешь и не достаешь, ага, понятно. Вот отсюда вот тогда ты прыгаешь, вот сюда точнее, забираешься. Лестница настолько крепкая там в этой заброшке, то что выдержит твой прыжок, серьезно. Поехали, ладно. Это уже твое дело, конечно. Я не знаю, честно, что... Как это все заржавевшее дерьмо вообще не рухнуло, то если честно. А, предположим, все под контролем. Так. Что у нас здесь? Так, сколько тут штук-то? Че, тут или где оно должно быть? Опа, стоять. Вот. Все. Дальше. Так, ну пошли, ладно. Сейчас тут не рухнуло бы это все, честно. Тут, ребята, это все не рухнет. Что-то мне уже страшно. Не рухнуло, ну слава. Так. О, вот это красота, ребята. Ты смотри на графон, дядя Вася. И это игра 2018 года. Ну, на ПК она вышла в 2020, но не важно. Вы нашли символ. Мы пошли здесь, очевидно. Ёкарный маха! Я сейчас немного испугал. Я вообще сейчас этого не ожидал, ребят. Я вообще сейчас перестал сидеть. Ладно, куда тут? Сюда, что ли? Ух, вот это скример, ё-моё, так, да, круто. Я ща, ребят, такого не ожидал, конечно. Ща как бы это все не рухнуло тут. А то такие звуки прекрасно издает скрипа, что... Чё-то мне это уже не нравится. Ребята,
Чё-то мне кажется, мы ещё не доберёмся. Чё-то всё рухнет, чё-то. Так. Чё тут? Прыжок вверх должен был, что ли? Я могу вообще упасть? Чё-то я нажимаю, он не может. Не, ребят, я прыжок вверх не соберу. Чё, серьёзно, что ли? Я не буду. Вы шутите надо мной. Капец. Ты живой, Маркус? Маркус, ты жив? Ну, вроде функционирует. Куртку свою потерял, ё-моё. Открыть. Чё-то мне не нравится это место. Опа, фонарь. Чё там? Фонарь. Фонарь. Давай. Пипец. Это просто пипец настоящий. Так, ну чё тут у нас? Пока вроде тут пусто, людей вообще нету. Открыть можешь? Так, открыть ты не можешь. Ладно, пошли. Сюда можешь. Ну, что надо? Нам какую дверь-то открыть надо? Ох, ёо. А, это он делает, я подумал, тут храпит кто-то. Ё-моё, вы чё меня пугаете-то? Я думал, тут храпят люди. Чё-то происходит, а вы мне тут, ё-моё, шутите, что ли? Так, тут всё есть. Ох, ё-моё. Ох, ё-моё! Вы сейчас шутите надо мной сегодня, или чё? Чё тут одни скримеры? Так, тут пустота, ну-ка сюда иди. Ну-ка, иди сюда. Кто там пробежал? Ё-моё, девчонка, что ли, какая-то? Ёкарный махалай! Ты что такое? Ё-моё, сейчас. Так, сюда, что ли? Так, shift. О, открыто. Так, ребят, пойдем. Так. Чё-то тут пусто, мне кажется, ребят. Ну, точно, вообще. Не попали куда-то. Ребят, я не пойду, поэтому он еще рухнет тут. Ладно. Вот если оно сейчас рухнет, я буду просто сейчас себе подать. Да иди ты нахуй. Ой, блин, вы что, шутите надо мной? Все, Маркус, ты там живой! Человек бы уже вздох, наверное, от этого перелома позвоночника, да и всякой еще фигни, честно. Бери фонарь, тут зомби ща будут, наверное, какие-нибудь, или что-то такое. Так, ну чё? О, здрасте. Чё случилось? Да я всего-то лишь ваш мозг сломал. Чего вы стоите на меня так смотрите? Иерихон здесь. Ну, здесь. Угу. Очень интересно было проникнуться в Иерихон. Мы встретились с жителями Иерихона. Хорошо, ребят, прекрасно. Ладно, ребят, опять МТС у меня интернет вырубил. Благодарю тебя за, в кавычках, лучший интернет. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео в комментариях. Ссылка на плейлист будет в описании. Всем удачи.